Привет, меня зовут Паша, я хочу о себе рассказать. Дома не учился, из-за этого я попал. Ну и живу я в детском доме с 9 лет. Футбол играю, хочу какой-нибудь там, может, в города какие-нибудь ездить, там, например, в Америку или там в Москву. Ну там ездить, футбол играть, побеждать там. Через 10 лет хочу стать... Ну, хотя бы инженером. Ну, хотя бы хотел. Ну, на машинах, гоночных трассах ездить, там, машины чинить. Хотел бы, гонять бы. Ну, для меня настоящий друг. Везде, в любой беде выручит. Всегда за тебя постоит, бывает, если какая-нибудь, может, случая какой-нибудь будет. Друзья, которые вот на сердце километре. С ними общались, ходили, гуляли, смеялись. Но я стал после проектора веселым стал. Так-то маленько даже, может, подобрел. Так-то изменилось что-то у меня. В следующем году я не поеду в этот проект, что я уже буду, ну, взрослый, будет 18 лет. Я бы хотел бы быть волонтером и помогать этот делать проект для детей, чтобы они нашли маму и папу. Но я мечтаю из детского дома уехать, потому что уже с 9 лет там уже живу. Но я помню, как жить в семье, помогать там семье, там в трудную минуту может что-нибудь помочь. Но я бы хотел бы попасть в семью. Ну, чтобы у меня там, ну, забрали, чтобы свободной жизнью жить, работать или учиться. Ну, все, пока. Поскорее бы домой уехать. При поддержке компании «Красцветмет».